Здравствуйте, уважаемые абитуриенты! Сегодня у нас с вами начинается консультация по вступительному испытанию черчения. Консультацию будет проводить декан факультета архитектуры и градостроительства, председатель предметной комиссии Гашенко Антон Евгеньевич. Я проговорю только два основных момента. Те, кто приходит на вступительные испытания очно, не забывают посмотреть себя в аудитории. С собой в аудиторию необходимо будет взять паспорт, пропуск, а также водичку, чтобы вам можно было попить. И те чертежные инструменты, которые вы будете использовать для вашей работы. С собой можно иметь маленький калькулятор, телефоном пользоваться на вступительном испытании нельзя. Те, кто будут сдавать дистанционно, также не забывают подключаться вовремя за 15 минут до начала вступительного испытания. На протяжении всего вступительного испытания ваша работа должна быть видна в кадре, и из конференции вы не выходите, пока проверяющий не зафиксирует вашу работу. Я предоставляю слово Гашенко Антону Евгеньевичу. Добрый день, ребята. Рад приветствовать вас на консультации по вступительному испытанию черчения. Я расскажу основные моменты, ну, самые важные, которые касаются выполнения экзамена, также некоторые процедурные моменты, то есть то, как проходит экзамен, и отвечу на интересующие вопросы. Ну, собственно, здесь консультация будет недолгой, потому что вся информация, она есть в программе вступительных испытаний, которую вы можете посмотреть на сайте. Да, я просто оговорю. Да, я оговорю только самые важные, ну, моменты, на которых обычно делают студенты ошибки, точнее, абитуриенты ошибки, чтобы вы их не допускали. Так. Сейчас презентацию выведу на экран. Так, Ольга Сергеевна, пожалуйста, уберите презентацию свою, чтобы я включил. Угу. Спасибо. Итак, что необходимо выполнить на экзамене? Я сейчас покажу вот прошлогодние примеры. Вот в таком виде будет вам выдано задание. То есть на задании у вас будут две проекции объемной фигуры. Это проекция, например, спереди и сбоку, или, например, сбоку и сверху. Ну, в общем, разные комбинации, две из трех проекций. Две из трех проекций ортогонального чертежа. По этим двум проекциям нужно будет восстановить третью проекцию и выполнить ее изометрию. Также вот в правой части этого задания вам будет дана, точнее, дан чертеж плоской фигуры, ну, условно плоской фигуры, это ваза. Ваза дана полностью, но в экзаменационном задании ее разрешается выполнить наполовину, то есть относительно линии оси симметрии. Ну и пояснение к заданию, которое тоже вот на всякий случай дается в любом случае. Вот так выглядит решение этого задания. Вы видите, что есть три проекции ортогонального чертежа. На этих трех проекциях вот, нанесены линии невидимого контура, то есть, ну, штриховой линии. На этих трех проекциях поставлены размеры. И по трем проекциям, собственно, выполнена изометрия, то есть изометрическое изображение объемной фигуры. Что касается плоской фигуры, здесь выполнена, как я говорил, половина вазы. Скорее всего, вы будете делать половину, потому что полная ваза у вас не влезет по компоновке. И третья
необходимо будет выполнить надпись «Экзаменационная работа по черчению». То есть вот такая фраза «Экзаменационная работа по черчению», выполняемая архитектурным узким шрифтом. Вся работа закомпоновывается на лист ватмана А3 формата, вот, который выдается приемной комиссии со штампом приемной комиссии. На этом листе нужно будет изобразить рамку основного чертежа. То есть это стандартная рамка по ГОСТу. Сверху, справа, снизу 5 мм, слева 20 мм. Штамп делать не нужно. Вот как выглядит, собственно, задание и его решение на слайде. То есть, еще раз я вот проговариваю, да, вам будет выдано две проекции объемной фигуры, ортогональный чертеж, по ним нужно будет восстановить третью проекцию. Далее по ним нужно будет изобразить изометрию, то есть изометрическое изображение. И по чертежу плоской фигуры вазы нужно будет построить вазу или ее половину. Ну, скорее всего, половину. Также вот на этой вазе ставится размер. Итак, теперь, что важно и какие нюансы нужно отразить? Я вот здесь их привел на такой схеме. Что касается ортогонального чертежа, здесь должны быть показаны обязательно все три проекции, то есть вид спереди, вид сбоку и вид сверху. На них показаны линии невидимого контура штриховой линии, показаны размеры. На ортогональном чертеже линии построения делать не обязательно. То есть какие-то легкие линии могут быть, но они здесь не обязательны. На изометрии немножко другая ситуация. На изометрии мы не показываем линии невидимого контура и не показываем размеры. Показываем только линии построения. То есть легкими тонкими линиями показываем вот общую коробку этой детали. Показываем линии построения овалов. Показываем линии построения каких-то других элементов, которые описывают особенности детали. Но линии невидимого контура мы не показываем. То есть штриховой, вот этой пунктирной так называемой линии, мы не показываем. Ну, кстати, линия, она, вот которая черточками, она называется штриховая, не пунктирная, а штриховая. Далее, что мы показываем на плоском чертеже, который обычно изображает вазу? Мы показываем центр сопряжений, ну, вот этих циркульных элементов, то есть которые вычерчиваются с помощью циркуля. Показываем точки сопряжения и показываем размеры. Центр сопряжений – это те точки, из которых вы циркулем чертите ту или иную дугу. То есть эти центры сопряжения, их нужно найти, их нужно простроить. Если вы просто сделаете какую-то дугу, и там не будет никаких отметок о том, что у вас центр сопряжения найден, это будет считаться минусом, то есть за это будут отниматься баллы. Центры сопряжения должны быть показаны, и главное, что принципы построения этих центров сопряжения, как они строятся, тоже должно быть отображено легкими линиями, которые стирать не нужно. Также нужно показать точки сопряжения, то есть те точки, где дуга переходит в другую дугу или в прямую линию. Они могут показываться точками, они могут показываться черточками. Здесь не принципиально, главное, чтобы мы видели, да, где у вас находится точка сопряжения, где одна дуга закончилась и началась другая. Ну и так же, как и на ортогональном чертеже, ставим размеры на вазе. Вот, то есть так, размеры и там, они должны быть исчерпывающими. То есть они должны показывать нам все необходимые данные о размерах той или иной фигуры, чтобы, допустим, можно было ее изготовить. То есть они должны быть исчерпывающими. Надпись выполняется архитектурным узким шрифтом. В программе вступительного испытания есть архитектурный узкий шрифт, он специально вставлен в программу вступительного испытания, чтобы вы видели,
Так, как эти буквы чертятся? Буквы, они имеют специфические размеры. Обычно, ну, то есть у стандартной буквы соотношение ширины и высоты – это 1 к 5. Есть более толстые буквы, такие как M, F, U. У них ширина в полтора раза больше. Ну, буквы… Так, буква U у вас и будет, буква M будет. Буквы F не будет, ну, потому что у вас надпись «Экзаменационная работа по черчению». Также между буквами делается расстояние, равное букве. Между словами делается расстояние, равное трем буквам. Желательно основную надпись вот этим архитектурным узким шрифтом делать не слишком большую, то есть оптимально от 15 до 20 миллиметров по высоте, чтобы была надпись. Потому что многие делают ее очень-очень большого размера, она начинает не вмещаться. Ну и в принципе, даже если она вмещается, но сделана очень крупная, то ее, ну, как бы она плохо влияет на общую компоновку вашей работы, за которую ставятся тоже баллы. Так, ну и, наконец, оформление всей работы, оно должно содержать рамку. Штамп делать не нужно. Никаких больше опознавательных элементов там не нужно добавлять. Ни в коем случае не пишите свою фамилию. Просто сделали рамку 5-5-5-20. Все. То есть вот такие вот требования к работе. Ну, как будет проходить экзамен, вы наверняка тоже знаете. Это 6 академических часов или 270 минут, включая один организованный перерыв. Вот об этом перерыве вам специально объявят, что объявляется перерыв на экзамен. Ну, собственно, вы уже проходили другие экзамены, знаете, как там делаются перерывы. Так, ну... Наверное, все. Ребята, пожалуйста, если есть какие-то вопросы, можете задавать их в чате, можете включать микрофон и задавать их голосом. Я бы Так, в прошлогодних билетах встречалось, что отсутствуют некоторые размеры в комплексном чертеже. В случае такой ситуации следует кому-то обратиться или сделать самостоятельно на глаз по пропорциям. Ну, я скажу, что в принципе мы сейчас эти билеты проверяем, конечно, да, они должны у нас все размеры содержать, но если вдруг вы размеры не найдете, то все билеты, они делаются каких-то кратных размеров. Вот, можно как бы на глаз на самом деле прикинуть, но... Если, так, в общем-то, если непонятно и на глаз, да, то вот нужно обратиться к тому, кто будет присутствовать на экзамене у вас, вот, и ему задать этот вопрос. Сколько длится экзамен? Экзамен длится 270 минут. Так, где круглые развороты, углы, то мы показываем его на развертке толстой линии или вообще не показываем? Что имеется в виду под круглыми заворотами? Не совсем понятно. Вот, пожалуйста, напишите, уточните. Как правило, выглядит радиус, длина которого не помещается на листе бумаги, ступенькой или как-то по-другому? Ну, во-первых, все билеты сделаны так, что радиусы должны поместиться, если вы делаете вот как половину вазы. То есть, если вы будете делать, кто-то решится на полную вазу, там действительно может не поместиться и так далее. Но вы стараетесь, во-первых, развернуть проекцию этой вазы так, чтобы у вас этот радиус поместился на ту сторону, так, чтобы вы его смогли показать. Если он и не помещается, то в таком случае мы делаем вот такой зигзагообразное такое вот как бы изображение линии размера, вот,
И крестиком ставим радиус, ну, в смысле, точку вот этого центра условного в произвольном месте, да. То есть мы показываем ступенькой. Можно ли, чтобы расстояние между буквами в названии были меньше или больше, чем их ширина? Меньше нельзя, больше можно. Ну, лучше делать одинаковыми. То есть вот я не понимаю, зачем такие вопросы, да, вы задаете. Потому что проще же сделать между буквами такое же расстояние, как и сами буквы. Единственное, у вас у некоторых иногда получается так, что из-за того, что вы толсто чертите, да, у вас складывается впечатление, что расстояние между буквами меньше. Ну, если мы увидим, да, что вы там их строили, и что вот расстояние между ними одинаковое, то за это снижаться не будет. У вас, конечно же, будут размеры. Да, я вот об этом не сказал. Все размеры, точнее, экзаменационная работа, она выполняется в масштабе 1:1 по тем размерам, которые указаны в задании. Ну, у всех вас на самом деле одна и та же высота. Они для упрощения все сделаны на одной высоты 210 мм. Поэтому общая высота у всех разная. Можно ли повернуть аксонометрию детали, если это улучшит компоновку? Вот я бы вам посоветовал делать аксонометрию детали со стандартного ракурса, то есть вот. То есть это, ну, вот ракурс, если смотреть как бы слева, да, вот, именно в таком ракурсе как бы планировалась деталь, и так она, скорее всего, будет наиболее выигрышно смотреться. Ну, если вы, вот если вы эту деталь, значит, покажете с другого ракурса, и она будет построена правильно, то мы снижать оценку тоже не будем. Дополнительный лист можно использовать для построения окружности, которые не вмещаются. Вы можете использовать лист, подкладывая его под экзаменационный, вот, именно для построения, естественно, потому что вы в противном случае какие-то сложные и большие радиусы не построите. То есть вам придется подкладывать его. Но прилагать его не обязательно. То есть здесь достаточно просто указать вот этот выносной радиус, как я объяснял, да. На пробных экзаменах возникла спорная ситуация по поводу точек сопряжений. Нужно указывать только лучики через центры окружности или еще ставить засечки на контуре фигуры в местах соединения сопряжений. Уточните, пожалуйста, какой линией это делать? Еле заметной, чтобы не перегружать чертеж, или обычной сплошной тонкой? Ну, лучше делать линии еле заметной, но такой, чтобы ее потом можно было увидеть на вашей фотографии. Потому что когда вы будете фотографировать свою работу, это я про тех, кто будет экзамен сдавать дистанционно, вот, то иногда теряются эти линии. Основная масса будет делать его очно в аудиториях. Вот, линию должно быть видно. То есть она не должна быть слишком такая вот явная, чтобы спорить, например, там, с размерной линией, да, но лучше ее делать вот такой, чтобы она была заметна, чтобы мы понимали, как вы построили эту точку сопряжения, центр сопряжения и так далее. Лучше ставить на контуре фигуры засечки, то есть в местах соединения сопряжений, точку или засечку. Но если вы, тем не менее, нарисуете вот лучики, да, и, в общем-то, будет видно, потому что луч, он очень точно, на самом деле, тоже делит, ну, вот разделяет эти линии сопряжений, то, ну, можно и не ставить тогда засечки, понимаете? То есть здесь важно показать, как вы построили это сопряжение. Если видно, как вы построили, то это зачитывается. Если просто нарисован какой-то контур и ничего не понятно, то это не зачитывается как построение сопряжения. Поэтому вот можете ставить точки, можете ставить лучики. Что можно взять с собой? Циркуль, линейку? Ну, я думаю, что и то, и другое нужно взять. Без линейки вы не сделаете, как вот тут вам подсказывают. Да, значит, приемная комиссия сообщает, что для того, чтобы строить дополнительные
Так, для того, чтобы делать дополнительные построения, вам будут выдаваться дополнительные листы А4 формата. Их можете подкладывать там для того, чтобы делать дополнительные построения. Вот есть такие углы, у которых круглый срез. И вот на развертке этот его заворот, мы будем показывать основной линии, как обозначение того, что там есть этот заворот или нет. Вы имеете в виду... Так я не понимаю, что за круглый срез у углов. Угол он острый. Если вы имеете в виду сопряжение на концах углов, то эти сопряжения простраиваются, конечно, толстой линией, как и все остальные. Вот, можете сейчас, не знаю, там нарисовать у себя на бумажке, включить камеру, показать. Мы все увидим, и я прокомментирую. А листы будут выдаваться? Будут. Так, да. Если для нахождения радиуса есть размер, который пересекает другие размерные линии, можно ли его не чертить? Нет, лучше пусть размерные линии пересекают друг друга, но все размеры нужно поставить. Ну, или ищите какое-то другое место для указания радиуса. Но пересечение размерных линий допускается. Так, по поводу списков на сдаче русского языка общества знания, обратитесь, пожалуйста, к Ольге Сергеевне Улитиной, она вас проконсультирует по этому вопросу. Вот можете написать на почту приемной комиссии, так, или там не знаю, какие у вас там каналы связи есть, в общем, Ольга Сергеевна, можете в чате написать канал связи с приемной комиссией. Да, спасибо. Так, Дарья, вы будете показывать скругленные углы? Так, ладно, пока Дарья решает вопрос с углами, давайте. Так, какой предмет надо показывать с видом сверху слева? Это же ваза? Вы имеете в виду ту схему, на которой я показывал, вот такими прямоугольничками? Сверху слева. Ну, смотрите, давайте я еще раз включу. Хотели брать. В смысле, я никогда до этого не изучала черчение. Так ваша задача научить меня чертить. Чего вы меня отшили? Ну, это вот по телефону. Это когда вы работаете один... Где-то в тот момент. Вот если бы я с того момента пошла в РФ. Так, давайте еще раз прокомментирую по поводу компоновки. Ну, во-первых, закомпоновать вашу работу вы можете по своему усмотрению. То есть не обязательно оно должно быть так, как здесь. Вот здесь просто показана такая стандартная схема, по которой компонуются практически там 90-95% всех работ. То есть желтым показан ортогональный чертеж объемной фигуры, то есть ну, эти виды спереди, сбоку, сверху. Да? Снизу показана изометрия, а ваза, вот вы ее можете располагать справа, как она здесь нарисована. Вот. Так, ну, собственно, вот... Вот эта экзаменационная работа, она и показывает вот это классическое расположение. Да? То есть ортогональный чертеж, изометрия и ваза. Причем, смотрите, ваза может быть ориентирована осевой линией как на внешнюю часть листа, так и на внутреннюю. Ее можно отзеркалить, вот если это нужно, скажем, для построения, скажем, для построения больших радиусов. Так тоже можно делать. Так, по поводу засечек. А засечки на размерах по часовой линии расположены?
Ну, смотрите, вот так, засечки для горизонтальных размеров, они идут, вот, как вам объяснить-то, с юга-запада на северо-восток. Так, ну сейчас здесь не покажу, потому что здесь как бы отзеркаливается. А те засечки, которые ставятся на вертикальных размерах, да, они ставятся наоборот, с севера-запада на юго-восток. Так, какой толщиной рисовать стрелки и засечки и цифры? Как основные детали или тоньше? Ну, стрелки и засечки, они обычно изображаются линии толще, чем просто размерная линия, да? Вот, да, она может быть такой же, как линия основного контура. Ну, тут вам объясняют, да, что они ставятся под углом 45 градусов, но так, ну, видимо, так, так, видимо, там был вопрос, да, в какую сторону эти 45. Вот поэтому я, поэтому я здесь как бы уточняю. Для тех размеров, которые ставятся горизонтально, эти засечки, они идут с северо-востока на юго-запад, ну и, соответственно, для вертикальных наоборот. Так, во время дистанционного экзамена что должна видеть приемная комиссия? Меня, работу, что еще? Ольга Сергеевна, пожалуйста, прокомментируйте, если вы с нами. Спасибо. Еще один вопрос. То есть нам выдают листок с примером, и мы это на третьем должны нарисовать со всеми масштабами. Но у вас, вам будет выдавать листок не с примером, а с экзаменационным заданием. То есть это я сейчас показывал вам пример. Да? Вам будет, так вам будет выдано задание. Оно будет подготовлено специально для этого потока. У нас будет там несколько потоков. Для всех потоков будут разные задания, естественно. Вот. На экзаменационном задании у вас будут две проекции из трех. Вы должны будете третью нарисовать и еще плюс аксонометрию. И будет выдано, еще на этом задании будет изображение вазы, полное изображение вазы. Вы его должны перечертить либо полностью, либо половину вазы по усмотрению. Но я вам всем советую половину вазы, потому что полную можно не успеть. Так, тут Ольга Сергеевна тоже, скорее всего, к вам вопросы в чате. Так, ребят, еще вопросы, пожалуйста, задавайте. Три проекции вазы, больше ничего не нужно? Нет, еще нужна аксонометрия. Аксонометрия – это объемное изображение этой фигуры. И вот как еще правильно уточнить, еще и надпись. Надпись – экзаменационная работа по черчению, выполненная архитектурным узким шрифтом. Пожалуйста, на сайте есть программа вступительного испытания. Те, кто сейчас после моих даже объяснений ничего не понял, могут еще раз зайти и прочитать.
Это вот на сайте в разделе «Поступающему». Вступительные испытания, «Поступающему направление подготовки». И там выбираете направление подготовки, по нему экзамен и смотрите. Допускается ли надпись высотой 10 мм? Да, такая надпись допускается, конечно же, но мне кажется, что она будет очень мелкой, и это будет негативно сказываться на компоновке. Можно ли распечатать билет тем, кто сдает экзамен дистанционно, Ольга Сергеевна? Ну, последний вопрос, я на него отвечу. Да, аксонометрия – это не перспектива с проекцией, но похоже на перспективу. Аксонометрия – это такая специфическая проекция, объемная, да, которая не уходит в перспективу, а там все линии, ну, все линии, которые в одном направлении на чертежах, они параллельны. Вид аксонометрии, я сказал, можно менять, если это будет лучше. Но вообще, как бы стандартный вид, он специально прорабатывался, он должен быть оптимальным. Значит, смотрите, у вас должна быть изометрия, то есть это не диметрия, это изометрия. То есть оси под 120 градусов. Лекалами, ну, пользоваться можно, но я не вижу смысла пользоваться лекалами, потому что на лекалах у вас, ну, так, смотрите, если вы строите овал на изометрии, да, получается большой овал, да, то его нужно построить с помощью циркуля. Если вы чертите маленькие отверстия, то тут можно пользоваться лекалами. Все равно вы их, в силу того, что они маленькие, вы не сможете построить с помощью циркуля, да, но тем не менее нужно как бы обрисовать под них вот этот, ну, вот ромбик, да, так, в который они вписываются. Так, название тоже будет, или мы сами должны начертить? Какое название должно быть? У вас в каждом задании, которое вам будет выдаваться, там будет написано «экзаменационная работа по черчению». Вот. В программе вступительного испытания там есть архитектурный узкий шрифт, все буквы, ну, вот, которые используются и в этом названии, и вообще, которые есть, значит, в русском алфавите. Вот. Вы его должны будете начертить. Так, ну, какие-то там элементы вот приходится от руки там дорисовывать, мелкие там, но основная часть надписи, она чертится. Всем успехов, ребята. До свидания.